субботу в Самарской области будет облачно и пасмурно, местами осадки в виде дождя. Температура воздуха днем от 3 до 13 тепла, ночью 1-2 градуса выше 0. Ветер западного направления 6-8 метров в секунду. В Сызрани небо в облаках, небольшой дождь. Днем плюс 13 градусов, ночью плюс 2. Западный ветер 8 метров в секунду. В Тольятти малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 11, ночью 1 градус выше 0. Ветер западного направления 6 метров в секунду. В Самаре пасмурно, небольшой дождь. В дневное время плюс 11, ночью 1 градус выше 0. Ветер западный 7 метров в секунду. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен независимым городским сайтом samara24.ru.